Привет, ребята. Привет, ребята. Громче говори. Давай Ладно. громче. Привет, ребят. Вы на канале Рыбакинг. Нельзя. С вами Ваня и Ваня, как всегда. И сегодня новая передача, как называется? Любители аниме. Ну, любитель конечно, аниме. Ваня единственный здесь любитель аниме, потому что я не любитель. Антоха. Антоха. Антоха пошел ковать картоху, он напоролся. Да, давай рисуй. Ну, кого ладно. Рисуем, расскажи, почему Ваня Ой. Будет... Суть такая, передача такая, что мы рисуем героев аниме, которых смотрим, не знаю, я смотрю, Ваня смотрит, другие ребята смотрят. Это вообще популярная студия, как бы да. популярный жанр, который смотрит мультиков, анимации. Так, так как... Давай расскажи. И Ваня выбирает одного, и мы рисуем. Сегодня кого? Сегодня будет у нас главный персонаж аниме «Токийский гуль». Гуль, токийский гуль. Я знаю, да, что я Антон, имя. Мой друг, тоже его смотрит. Токийский гуль. Имя аниме этого гуля забыл? Ну да, имя перса. Ну какой-нибудь... Они любят такое. Канасу какой-то там. Расскажи было. Так вкратце про Канасу Матасу и так далее. Расскажи. Ну, я не смотрю, к сожалению, аниме. Я просто так, что... Ты его не смотрел вообще? Ну, или как, знаешь, посмотрел так, трейлеры всякие там бывают, и надо попадать, знаешь, короткометражки. Короче, все. Ваня, видите, вот такой любитель, что он так любит, ну чуть-чуть так, рассматриваю. Со стороны, как бы, любитель. Ну, почему? Я просто еще не смотрел. Ты но готовишься к просмотру этого да. токийского гуля, но он крутой. Я готовлюсь на новые кирпичи. Чем он вообще тебе, как бы, нравится? Ну, он меня задел. Вот же очень много таких аниме всяких разных. Знаешь, и очень это много. Вот и ты выбрал один. Драма. Это как бы можно сказать, там жанр такой драма необычный. Я такой вот, ну там чисто боевые, ну, небольшие запрещенные бои всякие, сверхъестественные, знаешь, типа как у нас. Экстрасенсы. А, типа битва экстрасенсов, типа я, конечно, я первый, я все смотрю, все, весь все битвы экстрасенсов я смотрю. Я думал, я тут и этот. Ты чего, Вань? Мы нормальные люди, мы не смотрим никогда кино вообще. Никогда телевизор не смотрим. Ну, гуль мощный. Ты старайся, Вань. Гуль, он да. Я его сам... гуль зовут? Нет, гуль это у них такая, так сказать, вид такой, можно сказать, гуль. Гуль это что? Это как Fallout? Ну, почти. Да, можно сказать так, если они едят мясо людей. Они едят мясо людей? Да, но если верить слухам. Ужас, ужас. Каннибалы. Не, ну почему сразу каннибалы? Просто им просто хочется мясо, да? Они не, они не переваривают человеческую пищу, они едят мясо по большей части. Людей. Они... Человеческую Но... пищу они не переваривают, а мясо людей они не едят. Не, мясо людей у них лучше переваривается, чем мясо животного. Ну, просто. Я тебе скажу так, что у тебя оно тоже хорошо переваривается. Самое лучшее, знаешь, какое мясо, которое переваривается? Говядина или свинина? Нет, это почему? Потому что у них белки очень похожи на наши. И если ты будешь есть человечину, я не знаю, на нашем канале детском, если ты будешь человеком, там у них белки лучше всего у человека подходят для белков. И, соответственно, это идеально переваривание и так далее, понимаешь? Да, интересно, в чем дело. Почему они едят вместо белков? Ну, просто это как бы ну, не очень культурно делать, если ну, они такие... Так они кафешку для гуля у них даже. У них кафешка для гуля. Я серьезно, он официантом там устроился. И у них поставляют этот там мясо. Мясо человеческое? Не, ну знаешь, там те, кто там типа провинился, грабители, воров вот эти. То есть они не убивают мирных жителей. В общем дело. А он такой там на раздаче, можно сказать, супы готовит, да, или что он готовит? Не совсем. Там что получается, он, что у них бармен там, или что? Что он официант он. А, чем, официант? У них получается так, что у них обычная забегаловка для обычных людей, а потом ну, чисто они берут ночью воров. Воров ловят. И их кушают, да, как собак. Ну, тоже, мы тоже же кушаем такие. Терзают их перед тем, как съесть, ну, они их терзают. Истерзаем их, пожалуйста. Не, ну серьезно, они ночью потом их поставляют. Смотри, ты столько знаешь, говоришь, я не смотрю такой фильм. Не, серьезно, я просто прочитал это. Просто прочитал случайно. А, ну ты любитель читания, а не мы чтения. Не знаешь, так, чтобы сократить время. Мангу, ну да, не смотреть целый там час, да, раз почитал. Не знаешь, там сколько, там серии, по-моему, два сезона по 20 серий, ну как ты знаешь, это долго очень смотреть. Ну да, тебе лень, да? Ну, знаешь, у меня еще на этом Хвост феи еще на этом. Хвост феи это другое аниме, которое ты смотришь, да? Да, точнее. Ну, в общем, такой гуль. Если я его рисую, 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 рисую. Что-то не могу, а ты уже закончил. Я только начал. Знаешь, я просто такой просил.
профессионал, да, по Гуле. Да нет. А почему токийские, они в Токио живут? Да. Такой, да, подумал, такой, вроде да, не знаю, что. Да нет, в Токио живут, все правильно. Так. Ну я как-то, опять и моя рука не слушает, не послушалась, взяла, разрисовала все. Ну хорошо, но тебе, как бы, ты хочешь сказать, ты сейчас один закончишь, другой начнешь смотреть сериал. Ты давно смотришь этих? Аниме, по-моему, начал смотреть с зимы, как только вот я случайно там нашел группу сообщества аниме, там посмотрел «Школу мертвецов», но потом я думал, что спросил одного чувака, он оказывается, тоже был бывший анимешник. Бывший? В смысле, бывают бывшие анимешники? Ну, то есть, они смотрели раньше, но... Сейчас бросили это. Да. Гиблое, но он это вернулся. Гиблое дело они бросили, да? Но он вернулся все-таки. Куда, к вам? Нет, он вернулся в этот строй анимешника. Ладно, расскажи, чем тебе вообще, если ты любитель аниме, надо раскрывать тему передачи. Мне хочется узнать, чем тебе нравится аниме. Аниме, как бы, чем оно, как бы, тебя, знаешь, привлекает? В Японии оно как живая картина переводится, получается, верно? Аниме – это живая картина. И они все, вот, как мне рассказывают истинные анимешники, рисуются все по... японцы истинные? По манге. По манге? По манге рисуются все, по-моему, да? Наверное. Не, ну там в манге, по-моему, 15 листов. Ну, и там, по ним делается... Там какие-то супер классические там и так далее. Ну... Чем оно тебе нравится, как бы, вот чем оно тебя привлекает? Здесь мне понравилось фэнтези необычно. Я, знаешь, так чуть-чуть, я так еще просмотрел первую серию, как они там, точнее не первую серию, а вот где-то середину между первым сезоном. В первом сезоне середину серию посмотрел, там драки эпичные были. Тебя, короче, завлекает всякая вот эта заманулуха, где черт, да, куда он укатил. Мясо. Мясцо, да? Ну да, если опять там черный кончился. Гули едят и все такое. Ты знаешь, я еще не посмотрел. Еще не едят ли они людей? Да. Надо узнать. Ты, Вань, я тебе задание даю. Ты, пожалуйста, посмотри конкретно, посмотри. А то, я не знаю, подавать на них в суд уж. В суд. Ну, я пойду хоть соседу Антону расскажу. Слушай, ты что там, людей ешь, что ли? Короче, об этом чуваке ты ничего рассказать не будешь рассказывать, да? Не смогу. Не можешь, да. 16-летний чувак, которому органы пересадили. Ну смотри, уже в курсе дела, кому что пересадили. Я серьезно, я просто так прочитал коротенько. Ну, такие у нас получилось первые. Это первая серия, такой пилотный выпуск. Если вы ставите лайк, то в принципе. Еще до этого было. Да, начинались тестовые. Что-то такое тестовое. Ну, в общем, ставьте лайки, и лайки, если вам нравится, потому что Ваня там будет продолжать, может быть, может быть, он даже нарисует собственную мангу. Увидите, что он просто супер, мне кажется, твои просто геройские поступки, просто шикарные рисунки. Просто вы здесь смеетесь, это реально, вот каждый шедевр. Прям я смотрю, ничего себе, я никогда так не учился. Знаешь, я всегда ярко рисую. Ярко, я еще. Не могу, у меня рука не слушается. Да, и в общем, если лайк ставите, то вероятно, что любитель аниме будет повеселее, и будет новое аниме смотреть. Например, я предлагаю так, что ты смотришь одну серию. Делаем, я тоже эту серию смотрю, мы делаем на счет этого рисунок, обсуждение и так далее. Вот мне кажется, это интереснее будет так, чтобы... Ну, так что вот так. А пока давайте до новых встреч. И пока-пока. Пока.